На несколько деревьев в Сочи стало больше. Ученики одной из сочинских школ и их родители по личной инициативе решили создать небольшой зеленый уголок на пустующем участке улицы Чайковского и таким образом отметить праздник «День матери». Просто любим то место, где мы живем. Вообще мы считаем, что там, где живешь, там и надо делать мир прекрасней. Вначале посадками занимались только 20 человек, но энтузиазм активистов многим пришелся по душе, и к процессу подключились другие жители микрорайона. К весне растения укоренятся и пойдут в рост. Участники акции намерены заботиться о саженцах. Всего высажено около 30 растений. Это традиционные пальмы и цветущие кустарники. По словам участников экологической акции, они поддерживают концепцию хартии «Я люблю Сочи». Люди планируют в ближайшее время поставить свои подписи под этим документом. Хартия уже объединила сотни активистов курорта. Этот документ был инициирован администрацией города с целью сохранения олимпийского наследия. Первая торжественная церемония подписания хартии состоялась в начале осени. Свои автографы оставили глава Сочи Анатолий Пахомов и представители общественных организаций, а также художники, социальные работники, ательеры, рестораторы и многие другие неравнодушные сочинцы. Все, кто готов реальными делами доказывать свою любовь к городу.